арена чемпионата мира по Бейблейду. Именно на ней проходили мировые сражения самых лучших бейблейдеров. 24 участника с разных стран сражались в Париже на самой большой арене от Hasbro. Этот суперский набор выпущен небольшим тиражом. Он включает все, чтобы устроить свой грандиозный турнир дома. Здесь целых 6 бейблейдов с уникальной расцветкой. Для каждого бейблейда написана своя характеристика. Итак, приступим к распаковке. И что же там у нас? О, полочка с бейблейдами. Арена реально огромная. Тут есть инструкция, защитная стенка и наклейки. Вот еще одна платформа. Итак, что же входит в набор? 2 запускалки, 6 бейблейдов. Надеюсь, вы уже их узнали. И рамки. А теперь я хочу обратить ваше внимание на вот эту вот защитную стенку. На каждом углу изображено знак главных героев сериала. Вал Трагек, Луи Нор и Фафнир с Прайзен. Ребята, сегодня я хочу сравнить 2 Вальтриека. Посмотрим, как коллекционный отличается от обычного. Ну а в следующем видео будет настоящий турнир. Я протестирую и другие бейблейды. Друзья, что я вам хочу сказать? Они полностью одинаковые, только различаются расцветкой. У коллекционного Вальтриека также пружинят крылья. Такой же силовой диск под номером 6 и с выступами в виде петель. Драйвер золотого цвета. И наконечник у него также выдвигается. Ребята, кому нужны QR-коды, сканируйте. Ну конечно, я вам покажу QR-код от этой арены. Я думаю, у вас будут удачные виртуальные бои. Ну что ж, осталось только посмотреть, кто окажется сильнее в бою. Привет, друзья! А я составлю, как всегда, компанию Тимофею в этом сражении на этой суперской лимитированной арене. Тимофей, какой ты выбираешь бейблейд? Лимитированный или обычный? Лимитированный. Отлично. Раунд первый. 3, 2, 1. Стрелова! И кто кого сейчас одолеет? Ведь Вальтриеки совершенно одинаковые. Ничего себе, лимитированный остановился! 1-0 в мою пользу. Ну что ж, раунд первый был разминочным. Раунд второй. 3, 2, 1. Стрелу! О, вот это другие скоростя, я вам хочу сказать. И кто же кого? Лимитированный он как-то поживее. Ну, посмотрим. Не поняла, ничья была только что? Не, по-моему, лимитированный, он немножко раньше остановился. Ну, мы увидим на замедленной съемке, это поставим. Раунд третий. 3, 2, 1. Ого, смотри, погнали как. 2 раунда точно разминочных было. Теперь мы посмотрим, кто же кого. Посмотри, какие атаки от лимитированного идут. Но он сам атакует, но он сам останавливается. И останавливается, да, он сам атакует и сам останавливается. Ну вот как-то так. А у меня есть идея. Давай его протестируем с Вальтриеком V4. Ну что ж, давай попробуем. Ну хотя, если Вальтриек V3 вот этот останавливал его, то Вальтриек V4, наверное, скорее всего, ну как бы его совсем разобьет. Возможно. Ну давай экспериментировать. Раунд первый. 3, 2, 1, 4. Ого.
смотри, как Волфрейм четвертый волк. Ну ты посмотри, четвертый Волфрейм улетел с арены. Мне кажется, это была ничья. Мне тоже. У каждого по одному очку и раунд второй. 3, 2, 1, ну, четвертый, конечно, летает. Никогда ходя. А вот сейчас лимитированный его больше вот только что вот так от. А видишь, атакует. Смотри. Сдался. И третий раунд. 3, 2, 1. Кто ж кого? Пожалуйста, лимитированный. Все, четвертый его сразил. Ребята, ждите новое видео с супер-турниром. Ну, чтоб его не пропустить, жми скорее подписаться. Ну и ставь лайк этому видео.